На наш взгляд, это переломило ситуацию. Люди вышли за порядок, люди вышли за спокойствие, люди вышли за диалог. И сегодня они готовы, они ждут этого диалога, они готовы к этому мирному диалогу. По всей Донецкой области это происходит, и, возможно, там нет такой той массы, нет того перелома, который произошел в городе Мариуполе в сознании людей. Мое мнение, что достичь это можно только поняв, что наводить порядок в городах имеют право те, кто для этого предназначен. Проще говоря, милиция. Милиция должна быть вне политики, милиция должна быть вне каких-то влияний. Она должна заниматься наведением порядка в городе. Наша цель, наших дружин, наших людей, организовать моральную поддержку тем милиционерам, которые готовы выходить и выполнять свои должностные обязанности.